Информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту. Твой выбор» состоялась в минувшие выходные в музее-усадьбе «Горки Ленинские». Участниками мероприятия стали старшеклассники виндовских школ. Для ребят были подготовлены видеоролики, рассказывающие о службе в рядах вооруженных сил и рассказ о войсках воздушно-космической обороны, которые были сформированы 3 года назад. Войска воздушно-космической обороны, которые были созданы всего 3 года назад, интеллектуальные. Здесь нужны специалисты с отличным знанием физики и математики с инженерным образованием. За год срочной службы научить всему сложно, поэтому для этого рода войск очень важно, чтобы военнослужащие продолжали службу по контракту. Мы заинтересованы в контрактниках, которые будут заключать контракт и продолжать наращивать свои, в том числе в процессе службы, навыки, умения в использовании сложной боевой техники. Потому что за год мы обучаем солдатам, мы заинтересованы, чтобы подготовленный специалист в течение года оставался на военной службе по контракту и продолжал свою службу как уже специалист, то есть повышая свои навыки. Вот в чем заключается особенность именно нашего рода войск. Что такое служба по контракту? Чем она отличается от срочной службы? Ответы на эти вопросы школьники получили на встрече с офицерами 5-й дивизии ПВО, которая дислоцируется на территории Ленинского района. Данная информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту. Твой выбор» нацелена прежде всего на перспективу. Школьникам для начала предстоит пройти срочную службу и только потом выбирать, остаться служить по контракту или уйти в запас. В зале очень много девушек, и выступающие говорили, что у нас сейчас в армии очень много есть мест, где служат девушки, где служат женщины, и тоже предлагается эта служба. Но прежде всего надо понимать, что военная служба – это особый вид государственной службы. И все военнослужащие, они подлежат защите государства, они имеют целый ряд преимуществ и преференций, которые сегодня объяснялись. И я надеюсь, что эта акция будет именно акция военно-патриотическая. В этот день не обошлось и без концерта. Свою программу представил ансамбль песни и пляски войск воздушно-космической обороны Российской Федерации. Также школьников ждало знакомство с военной техникой. Вниманию ребят были представлены зенитно-ракетный полевой комплекс «Панцирь», зенитная ракетная система С-400. В завершении мероприятия старшеклассников угощали солдатским обедом. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.